и для Иисуса эти прекрасные аплодисменты. Мы уже должны вступить в присутствие Бога, славя Его. Почему? Потому что наше спасение уже гарантировано. Наше спасение уже реализовано. Та сила, в которой мы нуждаемся, чтобы избавиться от всякого вмешательства зла, от того, что творит лукавый, чтобы посрамить нас, что нас поражает, что заставляет нас страдать, уже была нам дана. Это утверждает Слово Бога. Сегодня я хочу поговорить с вами в первую очередь о послании к Галатам, главе 1, стихе 4. «Если у вас нет этого откровения, вам будет его не хватать. Оно изменит вашу жизнь, начиная с этого дня». Мы живем в эпоху сексуальности, похоти, разврата, во время злобности и агрессии. И все это задевает нас. Порой преступление настолько отвратительно, что мы начинаем требовать применения смертной казни, казнить этого преступника. Но тот, кто, возможно, спровоцировал, чтобы другой сделал это, он остается в тени, никому неизвестным. Истина в том, что мы не имеем права действовать как Бог. Он дал, Он заберет. Это прерогатива Господа. Но мы позволяем миру увлечь нас, и тогда мы обвиняем некоего человека, который по всем признакам действительно неправ. Но когда мы увидим истинную причину, заставившую его сделать это, мы понимаем, что это грех, что это дьявол. Это та философия, которая владеет миром. И те, кто ее продвигают, то показывает нам по телевизору недостойные вещи, как нечто нормальное, чтобы добиться больше пунктов рейтинга при опросе. Эти люди остаются свободны пока. Но в день суда они ответят перед Богом. Даже те люди, которые производят алкогольные напитки, способные затуманить чей-то разум, и человек совершает преступление, аварию, эти люди, производители, тоже ответят за то, что они произвели. Они не уйдут от ответственности. И мы видим здесь в Слове Бога одно заявление к Галатам 1:4, где сказано так: «Который отдал себя самого за грехи наши, чтобы избавить нас, вырвать, спасти нас от настоящего лукавого века, от мира зла, по воле Бога и Отца нашего». Глядя в это слово, мы видим, что цена, которую Иисус заплатил, была очень высока. Будучи истиной Бога, будучи Богом, который создал все, совершенный, святой, должен был отдать себя самого. Правда Бога, святость Бога требовала, чтобы кто-то, кто не совершил греха, расплатился за грешного человека. Я не очень это понимаю, но так учит Библия. И не было ни одного праведного. Тогда сам Бог, Господь Иисус, а Он Бог, как и Отец, Бог – это Отец, Сын и Святой Дух, это святая личность, оставила свою славу, Он стал таким же человеком, как и мы, и отдал себя самого. У Него была цель. Он хотел это сделать. Для чего? Чтобы избавить нас, чтобы оторвать нас от жизни в мире зла. Адам продал нас. Сатана держал нас в своих руках. Богу пришлось много потрудиться, чтобы дьявол не разрушил человечество. И он хранил человечество до момента, когда Иисус пришел и отдал себя самого. Сегодня мы должны блюсти себя. Мы должны взять то слово Бога и посмотреть, что происходит с нами. Я протестую. Я хочу творить суд своими собственными руками. Стойте, поскольку это нечистый дух подталкивает вас делать это, искушает вас сделать это. Он не хочет правды, он хочет вашей неправедности, он хочет покончить с вами. И мы увлечены всем этим. Это и нечистые помыслы, и недостойные желания, зло, которое мы порой причиняем невиновным, движимое местью. Мы можем обвинить человека, который совсем ни при чем, абсолютно ни при чем, но мы были убеждены, что он был виновен. Это очень серьезный вопрос, друзья. И иногда мы занимаем такую позицию, за которую нам придется
дорого заплатить. Но глядя в Слово Бога, мы с вами видим, что Иисус отдал себя самого, то есть Он должен был сам себя отдать за грехи наши, за все то, что давлело над нами, с одной целью, чтобы избавить нас от настоящего лукавого века. Раз уж Он отдал себя, завершил дело, значит, мы теперь можем смотреть на эту силу зла, которая провоцирует нас творить зло, которая пришла нас очернить, и, глядя на нее, сказать: «Ты больше не останешься во мне, ты сегодня же прекратишь». И не только в нас, но и в нашей половинке, в наших детях, поскольку мужчина оставит отца и мать, как я говорил уже десятки раз, и образует с женой единое тело. Он высшая власть, они пара. Но Библия гласит, что мужчина главнее женщины. Слушайте главы семейства. Это говорит слово Бога, а Бог не лжет. Мы должны принимать то, что Он говорит. У вас есть власть смотреть на домашних, которые слабы, молиться и изобличать, а также из-за человека, который попросит вашего участия. «Брат, вы можете помолиться за меня?» «Могу. В чем проблема?» «У меня проблема такого рода». Это не для того, чтобы вы разнесли по всему свету, но чтобы вы, как служители Бога, ответственно вступили в присутствие Бога. И прежде вы можете спросить: «Но вы действительно хотите избавиться? Вы действительно хотите быть свободны?» «Хочу». И почувствовав, тогда давайте сейчас помолимся. И вы помолитесь со всей ответственностью, требуя ухода зла, потому что Господь уже отдал себя самого, чтобы вырвать нас из мира зла. Этот мир зла призывает человека забыть собственную природу, заставляет человека применять наркотики, которые убивают или как минимум калечат его морально и физически, заставляет человека забыть о чести. И есть люди, погрязшие в бесчестии, но порой открывающие нам сердце, не для того, чтобы мы рассказывали кому бы то ни было. Мы находимся там в тот момент, служители Бога, и то, что мы услышали, должно остаться с нами и умереть вместе с нами. И мы не то, что не рассказываем, но должны запретить, чтобы слухи распространялись. Должны принять полную ответственность, поскольку мы – та власть, что Господь дал, и Бог будет чтить наше слово. Он отдал себя самого, чтобы вырвать нас, вырвать меня, вырвать любого другого человека. Если человек ищет вас, открывает свое сердце, или вы почувствовали, или ваши пути пересеклись, он у вас в руках. Скажем, что человек пришел к вам с предложением не самым правильным, а вы человека добра. И вы тогда будете молиться не для того, чтобы обвинить этого человека. «Бог, у меня есть власть над этим демоном, ведь это он использовал этого человека, чтобы сделать мне недостойное предложение. И обладая теперь властью, я парализую деяния дьявола в этой жизни, я парализую деяния плоти, я велю: уходи прочь и попросите в своей молитве о благе». В то же время, когда вы отвергнете нечистые предложения, вы тогда не позволите, чтобы дьявол продолжал происки в этом человеке. «Бог, он у меня в руках, он поступил в мое распоряжение, и я сейчас потребую». Но, доктор Суарес, почему мы не избавились от этих искушений? Иоанн 16, стих 33. Евангелие от Иоанна, 16, стихе 33, написано следующим образом. Это говорит Дух Божий. «Сие сказал я вам, чтобы вы имели во мне мир. В мире будете иметь скорбь всегда». Почему? Потому что еще не настал конец света, когда Бог уберет всю суетность, что есть вокруг нас, и заберет нас на небо. Эта суетность останется здесь, и все, что здесь есть, материальное или духовное, будет сожжено. «Чтобы вы имели во мне мир, в мире будете иметь скорбь». Итак, все, что Иисус сказал нам, сказано намеренно. Никогда не пренебрегайте никаким откровением Бога. Это чтобы вы имели мир, чтобы вы нашли решение. Что ж, раз уж меня одолевает некое искушение,
Раз Иисус сказал, что я буду иметь мир, значит, я должен просить: Бог, направь меня со словом. Мне необходимо найти откровение. Мне необходимо найти слово, которое мне поможет. Мы позднее вернемся сюда. А теперь обратимся к псалму номер 70. Это очень важный псалом, написанный царем Давидом, который был особенно вдохновлен Господом Богом. Во всех псалмах есть хорошие уроки. А в этом он сказал Господу Богу следующее: «Будь мне твердым прибежищем, тем местом, где я могу жить безо всяких потрясений». Это происходит сегодня, здесь. Прибежище значит, что моя вера пребудет в слове Господа Бога. Будь мне твердым прибежищем, куда я всегда мог бы укрыться. Если понадобится укрыться, 70 раз по 7 в один день можете укрываться. Бог никогда вас не прогонит. Иисус сказал это. «Если же согрешит против тебя...» И ученики спросили, сколько раз прощать согрешающему? До 7 раз, из числа совершенства. Иисус, не до 7 раз, но до 7жды 70 раз. Совершенство, совершенство, совершенство. Это просто недостижимо. Как человек может прийти к вам 490 раз в день, чтобы просить у вас прощения? Короче, нет ограничений. То, что он говорит, это совершенство. Понадобилось – иди. И мы то же самое. Если мы оступились, Бог, прости меня. Придет другое: Бог, я не хочу. Бог, я не хочу. Другими словами, никогда не позволяйте нечистому одолеть вас. Даже если битва очень тяжелая, и ад решил посрамить вас, ад решил вырвать вас из присутствия Бога, вы должны уйти не из присутствия Бога. Вы должны уйти из этого мира зла. И все наоборот. А это произойдет только, когда Бог будет за вас. У вашего духа будет сознательность, твердое прибежище, куда вы войдете, и враг до вас никогда не доберется. Так что у нас есть этот совет от Господа Бога. Нам необходимо искать его, делать в нем, ведь он наше твердое прибежище, которое никогда не будет побеждено, куда враг никогда не проникнет, где мы можем укрываться, если нас застигла буря. А когда приходит буря, она приходит, чтобы искоренить нас. Она действительно сильна и свирепа. Так что будь мне тем твердым прибежищем, где я постоянно смогу укрываться 70 раз по 7, в час, когда понадобится, в любой час, когда это возможно. И затем он дает нам указание. «Ты заповедал». В другом переводе сказано: «Распорядись о спасении моем, спасти меня». Вы сами себя спасете. Бог уже дал заповедь, которая есть в Слове. Покажи мне эту заповедь. Дай мне это откровение, это понимание. Брат мой, не нужно убиваться. Заниматься сизифовым трудом. Я не буду делать этого, не буду делать. Что делать? Ведь когда у вас есть заповедь Бога, которая вам открыла Слово, и вы его удержали, такое откровение – твердое прибежище. Это та крепость, которая у вас есть. Там вы можете укрыться. И с этим словом, с этим решением я не поклонюсь, я не позволю увлечь себя. Я пребываю в присутствии Бога. Это подходит против любого искушения души, греховных дел, гнева, ненависти, обиды, раздражения. Подходит против болезни, подходит против проблемы в области финансов. Все то, что подверглось нападкам лукавого. С этой заповедью, уже данной Богом, которая есть в Слове, которое Бог вам откроет, всего одно слово, и в тот же миг в сердце придет радость. Вы скажете: «Слава Богу, я одержал победу». Не нужно долгих боев. Мы не должны терять надежду. «Я не хочу, Бог не позволяет, я падаю». Это все религиозные темы, это религиозные атрибуты, которые не действуют против демона. Что действует – это слово, оно – это заповедь, в нем направление. И в час, когда вы возьмете это направление, брат мой, сестра моя, вы победите ваше искушение. Сколько раз вы уже падали или оступались, и вы говорили: «Я не хочу». Сколько раз вы страдали. Храните это слово.
Господь будет для меня, и Он будет для вас твердым домом, твердым прибежищем, где я могу укрываться. Никогда не забывайте. Постоянно. Если понадобится, 490 раз в день я укроюсь 490 раз, и вы выйдете оттуда окрепшим и благословленным. Вернемся теперь к Иоанну, где Иисус сказал: «Сие сказал я вам». Все, что Иисус сказал, не случайно. Он не говорил пустых слов, никогда не говорил слишком много. Наоборот, всегда объяснял. Вы не поняли, что Он сказал? Спросите у Него, бодрствуйте, не торопитесь сказать: «Я нашел ошибку в слове Иисуса». Это просто демон, очень глупый и грязный, искушает вас. Нет никакой ошибки. Чтобы понять заповедь, которую вы получили, о мой Бог, я этого раньше не видел. Теперь эта болезнь оставит меня, моего сына, мою дочь. Теперь это искушение оставит меня или того человека, который просил о молитве. Готово, брат, сестра, поймите сейчас, Бог мне открыл. Вот это слово. Храните это слово, и тогда вы поразите врага. «Сие сказал я вам, чтобы вы имели во мне мир». В Иисусе у вас не может быть неприятностей, у вас не может быть разочарований. Чем больше у вас есть в Иисусе, тем больше вы побеждаете. Это то намерение, с которым Он обращается к нам. «Сие сказал я вам, чтобы вы имели во мне мир». И Он далее продолжает. «Но мужайтесь всегда. Даже если вы упали, повержены, Бог, у меня нет возможностей, но Господь велел мужаться, значит, помоги мне набраться мужества, потому что я упал, но я сейчас поднимусь». Это было в последний раз. Но с этого момента с твоей помощью и всегда с помощью Бога. «Ибо без меня не можете делать ничего». Все ясно. Не играйте со словом Иисуса. Не говорите: «У меня есть возможность». Нет, Бог, мои возможности идут от Тебя. Когда человек возгордится, ладно, отбросим скромность, я очень хорош в этом. Он на краю пропасти, в которую он упадет. Ему нужно сделать 2 или 3 шага назад и сказать: «Прости меня, Господь. Я не таков, как только что подумал». Перед падением, гласит слово, возносится сердце человека. Ваше сердце вознеслось. Вы считаете себя лучшим, тем человеком, который на самом деле все может, у которого нет слабостей, которые есть у других. Сделайте 2 шага назад. В Библии сказано, что когда мы будем общаться с человеком, который пал, мы должны быть настороже, потому что можем сами оскверниться. Так что всегда смотрите на Господа Бога. Мужайтесь. Да, Бог даст мне победу, и у меня все получится. И почему у меня все получится? Потому что Иисус уже победил мир, брат мой. Он отдал себя самого, чтобы вырвать нас из мира зла. И это не значит, что ему нужно побеждать каждый день. Он уже победил. Мужайтесь. Мир смотрит на нас и говорит: «Бесполезно. Этот человек особенный». И уступает. Этот наплыв искушений, эта буря – то же, что и в реальном мире. Придет самая суровая буря, но если вы укрылись в надежном месте, она вам ничего не сделает. А когда она пройдет, вы увидите, насколько небо красиво, воздух будет чист. Бог делает это для нас, эти откровения, чтобы мы поднялись и были благословением. Пока мы пребываем здесь, у нас будут проблемы. Где это сказано, доктор Суарес? Это Иоанн 17:15, по соседству с тем, что мы сейчас читали. Иисус молится Отцу, говорит с Богом, и Он говорит то, что нам нужно понять. «Не молю, чтобы ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла». Другими словами, если у нас случаются кризисы, они необходимы для нашего же с вами роста. В противном случае он сказал бы: «Отец, возьми их из мира». Приняв Иисус, мы просто-напросто становимся свободны от всех этих искушений. Нет, они у нас еще будут. Брат мой, будьте во Христе, все пройдет. Бог уже победил мир, и Иисус отдал себя, победил, отдав себя. Это не была борьба. Раз-два, бам, получил нокаут. Вы не свободны от мира, но Он отдал себя, Он все вынес. Для чего? Чтобы вытащить нас.
«О, Иисус, вытащи нас, вырви, мы будем расти, мы будем улучшаться, мы станем благословением. Бог уже победил мир». Итак, мы сделаем небольшой перерыв. Слово Божье обладает силой. Оно пришло к нам с небес от Бога. Возможно, кто-то смотрит нас в первый раз. Это программа «Шоу Веры». Мы верим, что вера в Бога способна полностью изменить жизнь человека. Это не вера в человека, это не вера в какую-то религию. Это вера в Слово Иисуса Христа. Иисус Христос сказал в Иоанне, глава 14, Он сказал: «Я есть путь, и истина, и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Если вы истинно желаете познать Господа, вы должны прийти через Иисуса. Он не умер, то есть Он умер, но сегодня Он жив. Он воскрес. И благодаря этому чуду, сегодня Он живой в жизнях тех, кто призывает Его. Он обещал: «И призови Меня в день скорби, и Я избавлю тебя». Вам необходимо освобождение в вашей жизни, возможно, освобождение от болезни, освобождение от финансовых проблем, личных. Настал момент, чтобы вы призвали Слово, которое Бог открыл в ваше сердце. Возможно, я говорю с человеком, который думает: «Что мне делать? Помогите мне!» Мы бы хотели оставить в вашем распоряжении наш номер. Пожалуйста, звоните нам и оставляйте ваши молитвенные нужды. Наш номер появился у вас на экранах телевизоров. Пожалуйста, свяжитесь с нами и скажите: «Мне нужна ваша помощь. Что мне делать?» И Бог наставит нас, чтобы помочь вам, чтобы вы поднялись и были благословлены во имя Иисуса. Итак, сейчас мы вместе с вами помолимся молитвой веры, и доктор Суарес сегодня, сейчас помолится за вас, и мы увидим славу Господа Бога. Если у кого-то есть свидетельство, позвоните и скажите: «Я страдал от такой-то болезни, и произошло чудо». Очень важно, чтобы вы рассказали то, что Бог сделал для вас. Хорошо? Пусть Бог благословит вас. Возвращаемся к шоу веры. Переходим к истории из реальной жизни. Мне было 18 лет. В то время я еще не курила, но из-за плохого влияния друзей я начала курить, чтобы не отбиваться от компании, а также пить почти каждый день, каждый день. И она проводила много времени с друзьями, курила и пила. Она никого не слушала дома. Мы говорили с ней, но она не слушала. Она напивалась и не контролировала себя совершенно. На неделе по вечерам после работы я выпивала. Все выходные с пятницы я пила целыми днями. В понедельник шла пьяная на работу. Я была не замужем. Я жила недолго с отцом моей дочери. Я уволилась с работы, и мы пили с ней вдвоем. Каждый день. Розана с дочкой решает уйти от своего сожителя и переезжает из города Порто-Алегре в город Пилотос. Розане начала заниматься колдовством и магией. Всю ночь они совершали различные демонические ритуалы, курили и пили. Я жертвовала на колдовство все свои деньги. Это было обязательством. Если не было денег, нужно было занимать. Моя жизнь перевернулась, я даже стала курить в два раза больше. Через некоторое время Розана возвращается в город Порто-Алегре и начинает смотреть шоу веры. Я смотрела шоу веры, хотела понять слово, но продолжала выпивать, даже когда смотрела программу шоу веры. Как-то раз одна женщина рассказывает ей о Международной церкви благодати. Она сказала: «Пошли со мной», а я спросила, та ли это церковь, служение которой я смотрю. Я пошла с ней в церковь. И в течение 2 лет я не курила и не пила, но потом снова впала в искушение. Она держалась недолгое время, бросила курить, бросила пить, и после 2 лет снова начала. Эти зависимости принесли последствия здоровью Розаны. Она сильно похудела и очень ослабла. Я пошла в больницу к врачу, у меня была последняя стадия анемии, я похудела больше, чем на 12 килограмм. Она серьезно заболела. Врач сделал заключение и сказал, что анемия на таком уровне может вызвать лейкоз. Господь Бог, Он помог мне один раз, призвал меня, но я не последовала призыву и оступилась.
Но он решил призвать меня второй раз. Господь никогда не бросит и не оставит меня, он всегда рядом. Это я решила отойти от него и его пути. Это я поддалась греху, но я вернулась на путь Иисуса. Пастор Майкл проповедовал, что Бог позволяет чему-то произойти, чтобы мы опомнились. Господь позволяет, чтобы с нами что-то произошло, для того, чтобы мы перестали совершать грехи. Если Он не сделает этого, не встряхнет нас, мы так и будем грешить. Она начала ходить в церковь, стала искать Господа Бога, потому что она изменилась. Она начала делать все, чего раньше не делала. Она бросила курить. Я исцелилась, поправилась. Я весила 58 килограмм, когда болела. Сегодня вешу почти 70. Мне ничего не угрожает, слава Богу. Сегодня моя жизнь принадлежит Иисусу. Я поняла, что без Него я не могу ничего. Я благодарна за исцеление, за изменение в моей жизни. Если бы Он отказался принять меня назад, не дал бы мне второго шанса, я даже не знаю, как бы я жила. Благодарю, Иисус. Позвольте мне сейчас помолиться за тех, кто дома, и за присутствующих. Дорогой Отец, благодарим. Ведь сегодня мы услышали слово, в котором Иисус ясно сказал. Он сказал нам, чтобы в миру, среди, о Бог, искушений, среди происков зла, среди всего недостойного, мы имели мир, имели спокойствие. Благодарим Тебя за это слово, которое человек понял в этой молитве. Теперь я благословляю его, и его проблема разрешится. Брат мой, Бог дает вам слово не напрасно. Это слово – заповедь. И вы теперь поняли, как вам нужно поступать по отношению к другому человеку. Ненавидеть, любить. Не говорить больше о нем плохо. Сказать ему, что вы продолжите любить его. Во имя Иисуса я связываю того демона, который вас использует. О, демон, для тебя сражение закончено. Во имя Иисуса вон, Отец, благодарим за это слово. Благодарим Тебя, Иисус.